29 января финал «Музыкальный вопрос» Латвийского радио 2 «Музыкальный банк 2021» уже в третий раз завершился блестящим шоу в Даугавпилсском олимпийском центре. Даугавпилс – наш дом, и мы рады, что в третий раз подряд и после годичного перерыва «Музыкальный банк» все же вернулся в наши стены. Я рад, что в этих непростых условиях Даугавпилс может гордиться мероприятием государственного масштаба. И имя нашего города звучит на всю Латвию. На открытии финального шоу «Музыкального банка» прозвучало трогательное исполнение песни «Роза Алиетус». Сначала на сцену вышла певица Динара Рудан, а позже к ней присоединились другие музыканты, а также дочь недавно умершего музыканта Алекс, настоящее имя которого Олег Андреев, певица Айя Андреева. Это была одна из самых популярных песен в исполнении ее отца с группой «Опус Про». Несомненно, Даугавпилс для меня очень особенный город, потому что мой папа, бабушка и дедушка родом отсюда. Мой дедушка работал в Даугавпилсском университете, а отец учился здесь до 5 класса. Мои лучшие воспоминания о Даугавпилсе – это свадьба моей двоюродной сестры Риты, когда я была маленькой. Была отличная вечеринка, много музыки, много веселья, много родственников и радости того, что все мы вместе. Именно это у меня ассоциируется с Даугавпилсом. На сцене финального шоу «Музыкального банка» в Даугавпилсском олимпийском центре выступили 15 известных в Латвии исполнителей рок и поп-музыки. Среди них обладатель титула «Самая ценная песня» 2020 года Интерс Бусулис, который много раз выступал перед даугавпилской публикой вместе с коллективом Абонамента Оркестрис. Я очень рад, что музыкальная банка здесь в Даугавпилсе. Это было что-то новое для всех музыкантов, которые вообще туда не ехали. Ну, Абонамента Оркестрис ехал, да, Брата Ветра ехали, да, сюда. Но другие там, ну, меньше. Ехали, но меньше, да. Мы почаще, конечно, были и в Доме химиков, и там на эстраде, и на площади, да. Мы везде и играли, и тусовались, да, с народом и так далее. Что? Даугавпилс молодцы. Самой ценной песней 2021 года стала тур Курдиева «Каманас Слейд» в исполнении Прата Ветра и Таута Мейтес. Второй стала песня «Лимузин Сюскрита» в исполнении группы «Циди Зайны». А третье место досталось Дону с песней «Тасрак стоит с Дебесвейс». Группа «Прата Ветра» давно завоевала сердца даугавпилсских слушателей, да и сами участники группы не скрывают, что предыдущие концерты в Даугавпилсе оставили особые воспоминания. Мы находимся в Даугавпилсе, и у нас с вашим городом связаны очень особые воспоминания, потому что в предыдущем туре у нас был здесь легендарный концерт. Шел проливной дождь, но с первой до последней минуты мы были едины и всегда будем помнить об этом. Фантастическая публика. Здесь особенная латгальская искренность, которую мы всегда чувствуем со сцены. Музыкальный банк – это опрос Латвийского радио 2, в ходе которого слушатели и эксперты ежегодно определяют самые ценные и любимые песни. В этом году музыкальный банк проходил 22 раз, и в третий раз финальное шоу опроса было проведено при поддержке Даугавпилсского городского самоуправления, и любимые латвийские исполнители выступили на сцене Даугавпилсского олимпийского центра. Сюжет подготовили отдел коммуникации и управления культуры Даугавпилсского городского самоуправления.